Уже два дня, как грузовик прибыл на станцию, мы его разгрузили уже на 50%, используя вот такой вот ключик золотой, который подходит ко всем болтам. Мы уже вот сколько вот болтов набрали. Вот. И мы добрались до бриллианта коллекции грузовика грузов. Это Бескафандр Орлан МКС, которым, я надеюсь, 15 августа мы пойдем в космос. Но помимо бриллиантов в коллекции, у нас есть еще и жемчужины. Какие у нас есть жемчужины? Это посылки от родных и близких, от семьи. Вот оно в таком контейнере приходит. Сейчас посмотрим, что там есть. Так, это письма от мамы, от дочки, от сына. Это много. О, конфетки. Конфетки бабаевские, горчичка. Вот, соусы, то, что вам нужно как раз. Так, что еще? Вот, флажки, письма. Пожалуйста, письма. Письма и подарки. Разные для других членов экипажа. Вот какое-то первое жемчужина. Сейчас посмотрим, какая у нас есть. Вторая жемчужина. О, это сухое мясо, говядина, оленина сушеная. Нет, что-то вообще нету. Оленина, говядина, панина. Даже курица сушеная есть. Да, сколько тут всего. Полетело. Вторую жемчужину выбираем. Берем, да, следующую жемчужину. Да, что здесь такое? Тоже мое. Что здесь есть? Что здесь есть? О, фрутомикс. Агуша. Это, наверное, от дочки от моей. Так, это ингредиенты для суши. Васаби, капуста. Так, что это получается? Тоже без. Ага. Имбирь. Отлично. Вот больше наборчик. Сделаем обязательно суши. О, тут еще мясо курицы летает. Так, отлично. Живем. Посмотрим, что еще есть. Третья жемчужина. Значит. Еще какая-то жемчужина. Интересно, что тут. Сникерсы Марса. Ну и ничего себе. Баунти. Вот это. Ой, да. Здорово.